А если ты видишь, что какого-то человека разумного специально опускают на уровень ниже, то есть его зомбируют в прямом смысле слова, есть мясо, ходить на дискотеки, заниматься вообще непотребными вещами. Основной закон: не делай другому то, что себе не желаешь. Поставь ты себя на место того, которого опускают. Что бы ты хотел, чтобы по отношению к тебе сделали, то и делай. Это он запомнит, это основной критерий. Это вот ведок, ну, описывается там. Приходит ученик к учителю, говорит: я знаю, что вы великий учитель, там, вы там прославились, там. Ну, я хочу быть вашим учеником. Ну, с одним условием, что вы расскажете о своем мировоззрении за тот момент времени, когда я провернусь вокруг себя на одной ноге. Ты че? У меня такое мировоззрение, да? Я там... Пошел, что там, правильно, к другому приходит, там, я знаю, что вы там великий учитель, там, ну вот, буду вашим учеником с условием, что вы сможете рассказать о своем мировоззрении за тот момент времени, когда на одном ноге прокручу. Он говорит: не делай другому то, что себе не желаешь. Угу. Вот это основа. Это лакмусовая бумажка во всех поступках. С любым человеком встретился, ставь себя на его место и думай, как бы ты хотел поступить, чтобы по отношению к тебе поступили. Так и делай.